Секунду. Кто убегает, нять? Может, нам гренадёр убил? Кто убегает? Нет. Я вижу тебя. А, я это мел. Я забываю. Эйдс тоже симбирц. Ой, так-то они. Добивка скачет. Да, отставить флот. Ломи налево, штуки, штуки. Что это сейчас? Отходим назад. Единый фронт, первый, второй взвод, сформируйте. Углу зажали. Зажали до нас. Что это сейчас было? Отставить флот. Пока, Нуднан! До свидания. Посещаемости. Браво. Что? Что? Ты отмечал лист посещаемости или еще нет? Еще и... нет. Обычно я после отмечаю. Окей, я отмечу. Ну я сделал уже скриншоты пару. А, окей. Самый полезный. Да, восстание. Надеюсь, помогать сейчас получилось. А, мне кажется, просто не Гритос обиделся. По левое плечо, фронт. Отставить направо в колонну. По левое плечо, остановись, свободно. Ага, слева Хайлендер убегает. Единый фронт. Ребят, левые. Левые смещаются ближе к центру. У нас так, центр пустой. Отходим левый, назад, отходите назад. Левые, левый, отходим. Вместе, вместе, вместе. Отходи, просто отходим. Rule Britannia! Давай это вдвоем примем. Гек. Гекус. А есть такой. Эх. Сзади брал. Давайте вдвоем, ребят. Егеря за геем играют? Егерями? Да, гренадерами играют.
Нет, тактика линейная. Да, линейная. Окей, ну числом, блядь. А то там один информация валится. Да, есть такое. Ребят, мы следим за формацией, если приказ, например, стоп направо свободный огонь, мы сначала становимся в строй и потом уже стреляем. Это увидели. А, ну в любом случае, чтобы у нас тоже такого не было. Ну все, это как говорится, так и делаем. Все по порядку. Так, а первый взвод тоже погиб, да? А, там. Не. Я не видел, две линейки было или одна. Егеря не линейки. За гренадёрным линейкой. Гренадёры из... в смысле? А, мы напали, вот. Это одна линейка нас так круто разделала, или две? Две. Ну, тут лежит только представители, по-моему, одной линейки. Но, по крайней мере, офицеров я видел двое. А, там все старые третьи были. Taking my course back. Oh yeah, there's a clone core there. Suppose that is rightfully his. Oh bullshit. Get away, sir. Fight out! Everybody. Да. He's already landed units down there. За государя! Браво. Да? Есть план. Есть план на этот раунд или нет? Слушать бегунку, наверное. Ну и держаться рядом с егерями и с первым взводом. Там в зависимости уже от ситуации. Окей. Побеждать? Ну, побеждать это в первую очередь, да. А Хаперсон, у нас линейки стоял или нет? Он должен быть у нас линейки, он второй взвод. Стоп, а я его с Касперскими, наверное, путаю. Наверное. Стоп, а Хаперсон во втором, да? Да, да, во втором. Так, а чё он с Игерем был? Ах он какой. Ресет. Фарен чардж. Ну получается. Строимся там же. Смотрим Кайперс. Колонной за мной, остановись. За блоком. Строимся за мной. Почему там люди стоят на спавне и ничего не делают? Сделай вышку вверх. Прощай, да, нам нужно знать горы. Это так, маунтинс, маунтинс. Власть Отечества! Ура! Фландерс стронг. Фландерс can hunt the Netherlands by himself. По правой плечо остановились. Отставить кругом, просто вперед. Направо колонна. По правой плечо остановись. Ну и как неудачный грандер стали. Так, налево, колонны за мной, бегом марш.
Либо их такие команды дается. Назад, вперед, назад, вперед. Смотри. Ну а что вот если есть холмы, на которых все крутятся, то конечно там назад, вперед. По правое плечо остановись, свободный огонь. Еще кого-то не стал, палер. Феня, поравняйся. Браво, еще справа 23 палит. Уверен? Я уверен. Малсы. Слушай, хорошо стреляет. А, сэль, свободный огонь. Перезаряжаемся. Налево. Отставить направо. Свободный огонь по горцам, в общем-то. Сейчас нам будет круто, если они жалко будут. Отставить голову. Налево. Колонны за мной бегом, марш. Бежим, скорее бегом. По левое плечо остановись. Свободный огонь. Блин, сейчас по нам справа уйдет. Она вообще неудачно встала. Они не стреляют справа по нам. Они все, командор, не стреляют. Огонь налево, колонны за мной, бегом, марш. Командор должен идти. Без перезарядки. А теперь перестреляйте к чертовой матери. Аксен. Аксен, ну ладно, иди я достану. Спасибо вам, удачи, блин. Красавцы. Стоп, направо, свободный огонь. По линейке, которая меньше, которую видите. Свободный огонь по Хайлендерам. Каперсон перезаряжается. Да? Может, гранадерами пойдем? Рашт. Сейчас, погоди. Перезаряжаемся, отставить свободный огонь. Направо, колонны за мной, бегом, марш. Ну, давай залп, уходим прямо за холм. К нашим. Прям направо фронт. Налево колонна. Ну, залп мы тут не успеем. Можно okay, забрать. Сейчас флаг, скажу, куда они будут строиться по нам. Они строятся, они не по нам, по гренадерам. По левое плечо остановись, свободный огонь. Ой, красава. Ребят, просто красавцы. Ты тоже. Да я-то не попал что-то. Налево, колонны за мной, бегом, марш. Спасибо, странник. Фронт. Не, мы сейчас сейф повозим тупо. Ну, раз все пацаны. Хотя, думаю, Егеря справится, но... Ну, давайте, поосторожнее. Ребят, главное не затемкивайте. Да, осторожнее и сами не подстаивайтесь. Ну, вообще, Каперс сделал главную задачу. Мел, перезарядку раз запишем. Разрешите догнать. А, он последний. Колонна за мной, становись. Он последний. Выживший. А, последний. А, ну, все. Да какую линяху! Что случилось?
Пастор, давай догоняй. Можно было вот этих заколоть. Вот за ним стоим. Пастор идет. Сколько рандиков соснешь? А? Браво, я что, готов кружить? Так просто сказал. Приказ был отрезать и вражеских егерей, ну, и отрезанных или нет. Ну идем резать. Нет, 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 мы лучше подождем, потому что егеря стреляет метко, а мы далеко. Мы пойдем с нашими егерями. Стоп, а где остальные тогда? Они не будут палить на спину, как мы будем отрезать. Они идут по левому флангу, поэтому мы решили отрезать. По правое плечо фронт. Отставить на правую колонну. Ребят, вы готовы умереть? Да, я рад, что вы готовы умереть. Отлично. Ты, ты сейчас первый взвод отрежешь. На правую, а на левую давай. По левую плечо остановись. Свободный огонь. Воруй! Убивай! Давайте, ребят. Отставить свободный огонь. Сами знаете кто. Налево. Колонной за мной. Бегом. Марш. Аккуратно, сзади колдстрим. Может выйти. Стоп. Направо. Свободный огонь. Воруй! Убивай! Отставить свободный огонь. Перезаряжаемся. Блин, меня парит, что Гладстрим могут сейчас спину зайти, я их там видел. Их очень далеко. Там под горой один чувак стоит. Колонной за мной. Бегом. Марш. По левое плечо, фронт. Боже мой, как режут эти егеря, а? Направо в колонну. По правое плечо фронт. Бей по сурбам! Рассыпаться в штыки. Осторожней. Фронт! Под блоками. Смерть святую. Друг друга не потыкайте. Так, налево фронт. Колонна за мной. Вот штыки. Колонна за мной, становись. Ты честно, дофига. Нет, это просто нас еще не нашли. Ты в том прикол, что пока мы отрезали одну линейку... Слева! Стоп! Налево! Оставить! Свободный огонь! Кто не попал? Направо, колонна, бегом, марш! Пророк, блять, хули ты перезаряжаешься? Команда была идти, блять. Пророк хоть не наш. По левому плечу фронт. Да, прям в спину. Мы разряжены. Ну, по левому плечу остановись, сделайте хотя бы там. Может, МТ заряжен у нас. Отличный выстрел, Демчик. Давайте, штыки.
Игоря, помогайте. Пуля, дура, штык, молодец! Так, я умер, Егор, если выживете. Я... нет, нет. Хорошо, ну значит нас всех убьют сейчас. Смэш. Ну вроде никого больше нет, все это последняя заруба. Игоря, единый фронт. Не скоординированно пошли. Вот и проблема отсюда, потому что надо было вместе всем. Одни пошли в штыки, другие нет. Второму надо было отходить, то есть, и под, ну, то есть в штыках отходить, ждать, пока подойдут егеря. Блять, они стреляли. Боже, вообще, вам не надо было вступать в штыковую, я же говорю, то есть их больше, но их надо было разводить на стороны. То есть, хроп, повернулись и побежали просто, егеря их расстреливают. Знаю, половина из них взяла и поуходила. Бастард, перейди в левую линию. Отставить свободный огонь налево. Колонной за мной, бегом. Марш. Так, ну ладно, стоп на месте. Перезаряжайтесь. Кто не перезарядился? Всем. Ну вот, гоп, перезаряжается. Колонны за мной. Бегом. Марш. Славься, отечество! По правое плечо фронт. Отставить налево в колонну. По правое плечо фронт. Ребят, сейчас будет линия, расстрелим ее. Покажите свою метрость. Ой, на месте стой. Свам отставить налево в колонны за мной. На месте стой, направо свободно. Кругом фронта вперед. Тактика станет. Все, давайте, штыки, штыки. Ребят, просто держимся, ждем первый взвод. Просто... просто держим сейчас. Браво, отступаем. Браво, прошу браво. Прощения. Отходим назад. Браво, отходим. Уходим, браво. Браво, отходи. Беги, браво, беги. Так бибой говорят, вы не слышали. Что орёт? Нет, ребят, я извиняюсь. Я позорю твой взвод, пойду повешусь. Нет, хороший, у меня слишком мало людей, чтобы сражаться. Нет, брат, там, в принципе, нам нужно было с тобой отходить. Тихо-тихо. Нет, тебе плачу. Ерям отходишь. Он просто рядом. Он орёт на первый взвод, да? Да я, да, там, потому что Гюнтер, по идее, должен был дать залп. Он этим залпом снимет практически всех. Нет, ну, Гюнтер, чё-то немножко послал почву. Я занял время дать залп командой фронта. Не, право, право. Давай просто не нагнетать на первый. Просто вот, бывает все. Просто с этим. Просто это было и все. Забей. Гюнтер Санта-Фе. Хайлендеры выжили? Хайлендеры? Сейчас чекаю. Ясен пень. Нет, Хайлендеры мы разбили. Угу. Мы, а, мы не такие безнадежные, как ты думаешь. Бедный Гюнтер. Ребят, ну второй взвод. Вот, у нас была погрешность. Единственное, это что я сказал, да? Держаться вам. А вы, получается, половину посливались. То есть, просто нужно было держаться от блока. Дать чуть больше времени первым. Мел, люблю тебя.
Мы все любим, но... Ладно, браво, тогда сейчас заполним обеспечаемость. Слушай, ну давай, тут один бой в итоге останется. Окей, ты меня позови, когда раунд начнется, окей? Ну ты, надеюсь... Слушай, если дело в том, что если ты свернешься, то ты можешь вылететь. Да, он... только хардкор. Не-не-не, ни в коем случае. Я уже свернулся, забей. Давай после подведения как раз заполним. Просто позови меня. Хорошо. Давайте все смотреть, как Акена сражается. Круто, правда? Хотите тоже так научиться? Шикарно. Давай научи нас. Нет, я должен сами учиться. Егор, давай, заходи.